Привет всем зрителям канала Game Adventures. Короткий микрофон, короткий микрофонный помех. С вами IceLate, и это короткий смотр, обзор игрушки на iPhone и не только, который называется Real Racing 3. Обзорчик только... вышел. Что? Я бы сказал, не только IceLate, но... Но и Булкин, товарищ. Да. Инспектор Булкин, всем привет. Да, я пытаюсь настроить фокус. Собственно, игрушка вышла довольно-таки уже 2 дня назад. Стоп, а для чего тебе камера? Подожди, я что-то недопонимаю. Чтобы видеть руки мои. Обзорчик немножко запоздалый. Официальный релиз игры состоится 28 февраля. Сегодня, как мы видим, какое сегодня число? 15-е? Мы немножко опоздали. Нет, я не ошибся в датах, просто почему-то в некоторые магазины App Store он слился немножко раньше. Вот. Многие уже игровые издательства сделали обзор, но теперь мы, короче, подоспели. Ну вот. Булки наблюдает в прямом эфире. Короче, игрушка, в принципе, по смыслу напоминает Shift. Ну, не Need for Speed Shift. Вот. Чего я нажал? Вот. Ну, тут есть машинки. Короче, гоночный симулятор. Аркада с долей гоночного симулятора. Собственно, все вы, наверное, играли в первую часть. Или вторую, там их много, собственно, было. Это уже третья, наконец-таки, вышла. И что я несу, блядь, какой-то не обзор, а хуйня какая-то. Но это не важно. Кстати, нет звука. Теперь есть. Вот. Такая игра. Все, спасибо за просмотр. Ты расскажи про соперников, ботов реально. Короче, да, тут соперники, это, ну, вот боты, с которыми вы играете в гонках, это реальные соперники, которые когда-то проехали эту трассу. И немножко подкормлены искусственным интеллектом. Игра отличается от других вообще просто опупительной графикой по сравнению с другими играми и конкурентами. Это, конечно, просто небо и земля. Графика тут реально просто офигенная. И, ну, короче, тут больше нечего комментировать. Графика тут просто вообще класс. Тут даже салончик не квадратный. Тут даже можно в салончике покататься. Вот. Такая вот, собственно, игруля. Вот. Шаманч. Тушит. Ну, не знаю, тушит. Пожар, метеорит, Челябинский, привет. Есть огромное количество автомобилей, все они лицензированные. Тюнинг всевозможный. Повреждения. Вот, видите, наверху впереди написано Андрей, аватарка. Это какой-то реальный Андрей, который проехал, и теперь бот за него душит. На самом деле, вряд ли его круг как-то похож на то, что как есть сейчас бот. Повреждения. А, да, кстати, повреждения тут есть, довольно-таки хорошие, кстати, я не знаю, вот, как раз, мне нравится, захотел показать повреждения, сам их ни разу не видел еще. Вот так вот можно душить, валить боком. Ну, физика тут хорошая, в принципе, для такой игры, хотя, в принципе, она не особо отличается от второй части, физику они тут как раз-таки практически не переделали. Что касается графики и всяких нововведений, как завершено уже? Выбыл. Я выбыл! Давным-давно. Сейчас этот будет супер-супер наши супер эти. Как его? Наши супер-супер. Поблюдушки? Нет. Наши супер зрители сейчас свое фирменное скажут. Нифига себе, так это я там был Андреем. Со мной этот катался. Или он какой-нибудь. Сагажи 2000. Сагажи 2000? Я расфокусился. Так ты что снимаешь, я не понимаю? Я снимаю то же самое сбоку, чтобы было видно пальцем. Ну так вот. Можно чинить машинку. А что это выскочило? Короче, смысл в том, что игра бесплатная, но из-за того, что она бесплатная, в отличие от предыдущих ее собратьев, которые стоили там рублей по 60, наверное, из-за того, что она бесплатная, она является фримиум. То есть некоторые вещи нужно покупать за реальные деньги. Но это как бы так очень... мягко сделано, то есть таким образом, то есть вы можете покупать, например, за игровую валюту, но прикол в том, что эти детали нужно будет доставлять. И вот видите, если бы у вас были монетки, хотя они у меня сейчас в принципе есть, ну можно сразу, а можно, ну короче, вы поняли, то есть нельзя сразу покупать вещи, нужно ждать, чтобы не ждать, нужно платить монетки, за монетки нужно платить реальные деньги. Че ты рвешься? Идиот, все было эпично. Мощь. Ну так вот, то есть из-за того, что она бесплатная, есть такие вот маленькие вещи, из-за которых не очень, наверное, будет комфортно в дальнейшем играть. А можно машинку покрутить? Хочу ее покрутить. Как ее покрутить? Блять, пидорас! Алло.
И ржет. Не, мне нравится. Булкин тут сидит, слушает, мне спамит тут, душит. Как покрутить, лучше скажи мне. Как машину покрутить, алё? Формазон, уйди. Как ее? Я как-то нажимал, можно крутить. Ну, короче, графика тут очень клевая. Всем советую качать. Это смотр. Вот, я хочу какой-нибудь... Подожди, тут есть... А, ну вот, презентация дошива... Ну, Булкин не палится как бы совершенно, абсолютно. Я извиняюсь за очень маленький, за очень маленькое фокусное расстояние. За очень маленький его, да. Записываю просто с диафрагмой 4, кажется. Угу. Они все это поняли. Ну, кто, кому надо, тот. Ну, давайте, а что, купить? Какой купить? Зачем купить? Мне нравится. Подожди, написано, гонка недели, ты и машину надо для нее покупать, я представил. Перекрасить мою машину, друзья в игре. У меня есть какие-то друзья. Что? Илья Лол, кто такой Илья Лол? Друзья в игре, Валерчик, Илья Лол. Валерчик. Ну так вот, собственно, вот такая вот игруня с интересным... Стоп, а там был поиск, кто за поиск? Все машины. Прям Гран-туризм. Вот, еще чем он отличается от прошлых частей, тем, что здесь есть реальные трассы, такие как СПА и... Как это, китайская трасса называется? Сауна, сауна еще. Нет, не сауна. Ну как, спа, сауна. Ну, спа, сауна и, баня. И ванна. Вот. Баня еще. Душевая еще есть, кстати. Баня. DLC-шка скоро выйдет, там душевая будет. Подожди, лучшие производители. Ну, давайте проедем еще одну гонку. Че, продали 10 вольт? Last Hero! Ну вот есть, кстати, машинки Ford Focus. Зетка. Не только у тебя, поэтому тебе хорошо, что я записываю еще на ту камеру. Там еще и запись, походу, сорвалась. Но это не важно. Сейчас мы с вами починим эту херовинку быстренько, пожалуйста. Почини херовинку. Херовинка. Херовинка не чинится, потому что у меня расконнектило. Херовинка. А я знаю, почему расконнектило херовинку-то, ребятки. Ребятки, херовинку расконнектил, потому что это реальная версия программы, 10 минут кончилось. Поэтому спасибо, что смотрели наше видео. А, вот, собственно... Что еще не слышно? А, да, тебя не слышно. У меня еще и звук говняный. Ребят, спасибо, что посмотрели, собственно, такое говно. А, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а я убиваю свой iPhone. А, всем удачи.